Масштабное профориентационное мероприятие «Каникулы в БРГТУ» – это отличная возможность для каждого абитуриента не только с пользой провести весенние каникулы, но и еще раз перед сдачей централизованного экзамена ознакомиться с перечнем специальностей вуза и окончательно определиться с выбором будущей профессии. Сегодня машиностроительный факультет принимает каникулы в БРГТУ. Мы сегодня показываем ребятам, с чем им придется работать, если они выберут наш факультет. Это, соответственно, и станочное оборудование, это и автоматизация технологических процессов и производств, это компьютерная графика как таковая, и будущие инженера будут востребованы на любом предприятии нашей Республики Беларусь. Сегодня у нас выпускники, то есть это 11-й, соответственно, класс, которые выбрали именно наш факультет, они целенаправленно сегодня записались, они приехали, это есть и из города Бреста, это из Каменца, это из Березы, это из Барановичей. Профессорско-преподавательский состав рассказал абитуриентам всю необходимую информацию о поступлении в ВУЗ. Кроме того, для учащихся провели экскурсию по учебным лабораториям и кабинетам, которые помогли в понимании тонкостей инженерной профессии. Учебно-механические мастерские и робототехника, специализированные лаборатории режущего инструмента и современные компьютерные классы, оснащенные системами автоматизированного проектирования. Хотел вживую увидеть всю специфику этого факультета, посмотреть, чем занимаются тут ребята, что они выполняют. И в целом познакомиться вот со всей этой жизнью студенческой. Мне было интересно для поступления. Хочется больше узнать про это, чтобы знать, куда точно не поступить. У меня папа инженер, мне как-то так тоже и заинтересовало это. Постоянно рядом с машинами было, вот как-то так получилось, что мне тоже это нравится. В рамках акции «Каникулы в БРГТУ» такие дни открытых дверей прошли на всех факультетах вуза. А такая профориентационная работа в преддверии вступительной кампании – лучшая мотивация для будущего студента сдать хорошо экзамены, чтобы поступить на желаемую специальность. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Мантович, Новости Бреста.